Привет, друзья! И сегодня у нас реакция номер 7 и 8. Это ведь... А почему же 7 и 8? Потому что у нас две реакции на канал Ангелины Балерины и гимнастки и на кошку Ману. А лучше на нашу Машу, потому что я ее тоже смотрю. Итак, вот это видео я смотрела, но оно мое. Откуда у нее, кстати, это видео, я так и не поняла. Ну, это вы поняли, да? У меня нормально идет, потому что это классно, мне нравится. Следующее видео это... Ну-ка... Вот когда я у них просила привет, они мне его не передали. Вот. Ну, они мне передавали. Она же не знает, что подписчики управляют ее жизнью. Как странно, сегодня какой-то день, Маша постоянно заказывает то, чего нет дома. Четвертый раз в магазин. Я сегодня пью. Так, а я... реально подумаю, что я над ней издеваюсь. Она же не знает, что подписчики управляют ее жизнью. Так, подождите-ка. Это я писала, она тут не передала мне привет, ну тут, наверное, передаст. Мама сейчас реально подумает, что я над ней издеваюсь. Ну-ка, же... подождите. Какая-то мимимишная девочка, а сейчас мы на нее через лупу посмотрим. И у нас девочка будет вот такая сказочная. Так, ну давайте 24, мама. Мама сейчас реально подумает, что я над ней издеваюсь. Она же не знает, что подписчики управляют ее жизнью. Как странно, сегодня какой-то день, Маша постоянно заказывает то, чего нету дома. Четвертый раз в магазин. Я сегодня бью все рекорды. Четвертый раз ходила в магазин и купила один сникерс. Перестели постель. Ты что, издеваешься, что ли? Она неудобная. Что-то я по твоим глазам смотрю, что что-то тут не то. Не смотри в глаза. О, как раз 9 утра. Это как раз то время, за которое вы проголосовали. Всем привет, меня зовут Маша. Я немножко приболела. Мама сказала, что она будет 24 часа говорить мне только «да» на все мои просьбы. А вы постоянно просите снять видео, подписчики управляют моей жизнью. И сегодня будет 2 в 1. Мама говорит 24 часа только «да», а вы управляете маминой жизнью. Ну что, поехали? Я в Инстаграм уже закинула опросы, что просить у мамы. Итак, смотрим первое, что мне выбрать на завтрак. Овсянку с клубникой, я ее не люблю. Или пюрешку с мясом. И вы проголосовали? Ну что такое? Вы мне сказали, чтобы я попросила у мамы овсянку. Я понимаю, что для выздоровления нужна овсянка, но я ее не люблю. Мама идет. Мама, Шонечка, тебе завтрак в постельку. Пюрешечку с сосисочками. Смотри, какие красивые, полосатенькие. Называются тигрик. Ой, мам, я так захотела овсянку с клубничками. Овсянку с клубничками? Ты же не любишь овсянку с клубничками. Что такое? Ну, у меня такое дело, и мне нужна именно овсянка с клубничками. Ну ладно, Заинька, давай. Странно, что ты не хочешь пюрешку с такими сосисочками. И овсянку ты совсем не любишь, ничего не понимаю. Странно, Маша так любит пюре с сосиской, очень не любит овсянку. А заказала овсянку с клубникой. На, малыш, тебе заказанную овсяночку с клубничкой. И, кстати, я сейчас собираюсь в магазин, напиши список вкусняшек, которые ты хочешь. Хорошо? Приятного аппетита. Я уже поела. И теперь я написала 2 списка. Давайте посмотрим, за какой вы проголосовали. Что у мамы попросить в магазине? И вы проголосовали за вот этот вот список. Этот мы даем маме. Этот... убираем. Машунь, ты уже список написала, что тебе вкусненького в магазине купить? Вот. Так, что ты заказала? Банан, конфеты, булочка, орео, мохито, йогурт. Я иду в магазин?
Скоро вернусь. Мама уже собирается в магазин, но мне кажется, мне дома одной скучно. Это будет так только половина, скоро будет, ну, а потом сегодня еще вторую часть. Чем я заняться, пока мама будет в магазине планшет взять или телефон? И многие проголосовали, чтобы просто в телефоне посмотреть Инстаграм, там может еще что-то. Сейчас проверим Инстаграм и Ютуб. Сейчас посмотрим. О, Николь. Ух ты, какая классная фотка. Пупси Кира. Я не могу так ходить целый день. Говори, да? Да. Так что мы можем для вас сделать подарочек. Она тоже снимает 24 часа, да. Круто. Так, пойду сейчас наши. Это только первая часть, это будет еще вторая часть реакции. Ну, потому что все видео не поместится, наверное. Наша Маша. Потом продолжим. Так, а какие же булочки взять? Какие же булочки, какие овощи? Просто. Так, теперь нужно найти Орео. Орео, Орео, печенье Орео. А вот есть Орео, клубничные, еще какие-то. Мохито. Где найти мохито зимой? Лимонад, лимонад, душе, лимонад. Мне кажется, мохито и не найдет. О, вот. Ура. Так, вот что Маша попросила. Я все купила, правда, взяла еще молочко и апельсинки. Вдруг ей захочется. Машенька, я уже пришла из магазина, купила все, что ты хотела. Булочка, держи мохито, йогурт, орео, держи, конфетки и бананчики. Что ты сейчас хочешь покушать? Что тебе оставить? Я сейчас подумаю. Хорошо, думай и меня позовешь. А сейчас я спрошу у подписчиков, что мне попросить? Яблочко или киви? Что-то так хочется фруктов, банану не очень хочется. И за что вы проголосовали? За киви. Мама! Что, Маша, ты выбрала что-то? Да. Киви. Киви? Ты же не заказывала в магазине киви. Ну, пожалуйста. Точно киви? Ладно, зайка, сбегаю ради тебя еще раз в магазин, куплю тебе киви. Выздоравливай только поскорее.